Арифмометр Томаса – это настольная счетная машина с ручным приводом для выполнения основных математических операций. Такая счетная машина была изобретена в 1820 году Карлом Ксавье Томасом. Основой для его изобретения послужили идеи знаменитого немецкого ученого Готфрида Лейбница. Арифмометр Томаса, кроме четырех основных действий, также мог выполнять операции возведения в степень, логарифмирования, причем все действия абсолютно верны и математически точны. Механизм арифмометра располагается в деревянном ящике и закрыт двумя металлическими панелями. Сбоку находится вспомогательный отсек с перезагружаемым блоком памяти в виде бумажного блокнота. Основой конструкции является ступенчатый валик цилиндра, на боковой поверхности которого расположено 9 ступенек различной длины. Каждому разряду соответствует одна ступень валика. Против ступенчатого валика находится счетная шестеренка, которая двигается вдоль четырехгранной оси с помощью вилки, которая соединяет шестеренку с кнопкой на лицевой панели. При установке чисел рычажок ползункового типа свободно передвигается по прорезям разрядов, тем самым передвигая счетную шестеренку по оси до ее совпадения с нужной цифрой. Вращаясь с помощью рукоятки ступенчатый валик, шестеренка входит в зацепление с соответствующим числом ступенек на валике и поворачивает его на тот или иной угол. На оси находится муфта переключения, который передает это вращение цифровому колесу счетчика. Кроме того, арифмометр Томаса имеет подвижную каретку, которая позволяет умножать и делить числа методом многократного поразрядного сложения или вычитания. К недостаткам такого устройства можно отнести отсутствие механизма, регулирующего передвижение каретки, и неудобное устройство переключения арифметических действий. Этот прибор все же не лишен достоинств. Главным достоинством является легкость использования. Для пользования им не нужно иметь каких-либо специальных математических знаний.